Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре маркера, которые можно заказать на сайте AliExpress. Есть разные комплекты. Мой же комплект состоит из 48 маркеров разных цветов. Есть разные комплекты, есть побольше и поменьше. Ссылку оставлю в описании под видео. Переходите, смотрите и выбирайте ваш комплект, вашу комбинацию цветов. Что интересно, что эти все маркера идут вот в таком интересном кейсе. И это очень круто, поскольку все можно сохранить вот в одном месте. Моим детям очень понравилось. Открываем и смотрим, какие цвета идут в моем комплекте. Очень много цветов. Здесь вы видите цвет. Каждый цвет имеет какой-то номер. И вот так смотрится этот маркер. С одной стороны это тонкое жало, с другой вот такое плоское и толстое. Вот так они смотрятся. Это синий цвет, это тонкое жало. Кстати, этот маркер водостойкий, если не ошибаюсь. И мы сейчас это проверим. И вот такое толстое жало. И цветов, сами видите, множество есть. И еще, бывает еще больше. Но мне хватило и вот этих. Давайте попробуем вот этот розовый цвет. И давайте попробуем что-то написать. Вот так. Это мы сделали тонкой стороной, а теперь толстой стороной. Вот так. И давайте еще проверим на водостойкость. Есть у меня для этого где-то была вот такая плитка. Убираем немного и проверяем, водостойкий этот маркер или нет. Но давайте для этой задачи мы выберем какой-то маркер потемнее и что-то там напишем. Даже наша. Вот так. И давайте какой-то еще цвет, какой будет интересно смотреться. Вот давайте попробуем оранжевый. Будет что-то видно или нет? Да, все хорошо видно. И еще предлагаю какой-то выбрать цвет. Например, давайте розовый. И толстой стороной, вот этой нарисуем. И давайте уже будем пробовать эту верхнюю надпись. Попробуем ее удалить. Как видите, это все не стирается. Но давайте попробуем с помощью воды. Или вернее слюны. С помощью слюны, если так хорошенько приложиться и потереть, можно удалить вот этот маркер. Вот так. Чем это хорошо? Можно использовать вот эти маркера, сделать какую-то доску для детей. Они что-то рисуют там. Потом вы берете обычный спирт, если не хотите вот так тереть, как я это делал. И очень хорошо и просто можно удалить вот эти все надписи. Попробуем мы это сейчас. Да, вот так. А теперь берем какую-то тряпочку или салфетку и удаляем все из плитки. Давайте еще немного. Вот такие маркера, которые можно заказать на сайте AliExpress. Ссылка будет в описании под видео. Надеюсь, видеообзор вам понравился. Все цвета показывать не буду, нет смысла, поскольку их есть реально очень много. На этом все. Всем спасибо, хорошего настроения. До свидания.